Мир вам, друзья. Сегодня буду играть на Амбиомомнике. Мид против снайпера, абсолютно безнадежный мид. Снайпер настолько западный герой в патче, против него лейнить вообще никто не может, даже СФ, думаю. Как же мисы сейчас дико заруинили. Ладно, из плюсов хотя бы первый уровень у снайпера, не сказать, чтобы очень сильный. До третьего я могу с ним более-менее постоять. Потом, конечно, будет совершенно безнадежно. Буду только с purification часть крипов забирать. И сразу же бежать в страхе. И то бежать против снайпера. Нынче очень тяжело. Кстати, значит, крипов потанчил. Играю один, играю в пати с таском. Один из зрителей. На третьем уровне хочется 3-2 взять, чтобы так заспамливать. Там кулдаун значительно меньше. И урона, смотрите, значительно больше, 1,5 раза. Больше базового. На 33,3 в периоде больше. От силы. Но, наверное, придется все-таки с purification играть. Иначе как отхилиться, вообще непонятно. Вот и его левел 3. О, кстати, ошибся. Его ошибочкой сразу пользуюсь. Ну а как это контрить? Что делать? Как жить, как дышать? Еще и знаменосец сдохнет за это время. Так, и бай сразу же фейсы закидываю. Экспуз из знаменосца получил уже что-то. Хильнуть собой об него не получилось. Ну, кстати, ошибается опять. И на том спасибо. Крипов взяли по одному агрить, они всей пачкой сразу. Так мог бы линию поломать. Ему. Через крипа не хочется добивать, хочется похилиться заодно. Ладно, по итогу все сносно, слушайте. Я даже могу с ботинка начать, а не с кольчуги. Чтобы сокращать дистанцию, было чуть проще. Sorry. Омника люто апнули в цепача. У него шарт новый. Также гарпун просто идеально выглядит на омнике. Раньше блин приходилось на нем брать, теперь с гарпуном можно играть. Получается, как новый шарт выглядит. Третий скилл начинает хилить, и также он добавляется еще и к атакам. Ой-ой-ой, ошибочка. Потаскаю за собой этих крипов. Я прыгаюсь, пойду. Таким образом линию смогу поставить получше. Так, и на пятом попробую взять Хаммер в 3. Кажется, перестаю страдать так сильно, как раньше. Наши могли здесь, чтобы фарм не упустить. Хедшотик вылетел. Вот дрянь этой. У меня снайпер под тавером, есть помощь? Романа нет. Никто не поможет, такая проблема. О, не сдохнуть бы теперь. По итогу, молоточек в 3 был ошибкой.
Но будет, есть шансы что-то поделать? Нет шансов что-то поделать. Тут только стоять ждать, когда он линию в мою сторону спушит. Мне больше ничегошеньки не остается. Вард тоже приедет достаточно поздно. Все мы знаем, что выиграть СФа в миде просто невозможно. Благо, есть способ подраться с ним в равных условиях. Залетай на бесплатную мини-игру от Epic Loot. Играешь за Бару? Добеги до СФа, не нарвавшись на Кайлы. Играешь за СФа? Не дай Баратруму до тебя добраться. А также на их сайте есть боевой пропуск, где за каждый 15-й уровень выдается Аркана, а за 60-й — ДК-хук на Руджа. Чтобы упростить получение шмоток, я оставил в закрепе промо, с которым активировать боевой пропуск можно будет бесплатно, а не за 300 рублей. Также промо дает 15% бонус и пузырек с маной для чаржа на СФа. Удачи! Да ладно, как раз когда я докачаю эту штуку. Благодаря Варду знаю, где Вижн. Ой, не Вижн, а руна. Не узнаю. Ошибка. У него Night Vision еще огромный. Опа, решил не забирать мою руну. Кайф. Но я всю рожу отдал за... Добьёшь его? За эту руну. Пошел нахуй, пошел нахуй! Нафармить это целое испытание против этого персонажа. Ладно, хоть я жирный относительно. Ну, именно как герой. Там Вангвард. От пука бы закрыть. Дам глоточек батла. И погнали в мид обратно. Ну так, сухой. Не знаю, нужен ли Виндлейс. Наверное, я пока что зарашу саблю. Стики буду покупать после нее. Я до сих пор не понял, как я так вард поставил. Давайте сбегаю на бот. Хотя пока хожу на бот, у меня активные руны утащат. Опа. Спасибо, что дал инфу. Не трать второй. А, нет, ман не добавил. Он без мана умер. Так, хорошо. Не погнали, гляну здесь. Снайпер СС. Руну не гляну. Отмена. Какого... Прям вот здесь, что ли? Или может упал, пока я шлялся? Тоже не исключаю. Снайпер на топ летит. Снайпер на топе. Аш это озвучивал. Даже если он не спик, снайпер и топ. Все-таки так, где-то ряд. На всех языках снайпер, на всех языках топ. Могу чуть-чуть продавить тавер, Митя. Эффективность, правда, сомнительная. Сплюхай 100 раз, 2 секунды. Попробуем. Пускай на нейтралов перекинется. Хорошо.
И погнали активные руны здесь смотреть. Заодно еще немножко тавр придавлю. Снайпер без ТПшки. И давайте постою на руне. Вот это везение. Милишника пропустил, но... Ничего, жить будем. Вот это радиус. Есть ТП вниз. Я лучше тавр вниз продавлю. У меня еще на умнике нет привычки юзать трескил на союзника, потому что он юзается на себя тоже, причем в полную силу. Так что по-хорошему этой привычкой обзавестись. Я вот прям перед выходом патча записывал умника. Ноль раз нажал на союзника. Целью нажать на себя. Нажимал только, когда сейвить нужно было кого-то. Срочно. Я подлетаю, это вернее взял. Только нам бы чайник не втанчить. Еще все фокусы. Из-под чайника выйду. Так, сабля, стики готовы. Я шел на самом деле руну проверять. А тут Акс прям подо мной заспавнился вообще идеально. Еще и стаки его заспавнились. Так, и давайте брошку. Тавр Мизи есть шанс? Ой, на боте. Мне кажется, есть. Так, тут талант на базовый дэмэдж. Все, мой самый главный пик силы. Проказ почти на 1000. Очень много прочности. А че не взял? Хорошо. Потанчу здесь вышку, дровки. Хочется с ней как можно скорее разделаться. Потому что мы сейчас по товарам проигрываем опять. И в идеале бы домой смотаться, но тут может быть активная руна. Только с... Она не может быть регенкой. Такая проблема. Но все равно неплохая, кстати. Не жалею, что остался. Ультимейт на единичку на 12 возьму. Дровки забирать не хочу. Я и так у нее 2 кило уже утащил. Ну, которую я заслушивал. Это 100% его слокил. По товарам 2-3 сейчас сделаем. И уже практически фуловый, кстати. Лишний фарм мне, по сути, не так уж и нужен. Так что... Крипов Драгонайта тут не трогаю. Давайте с Таском вылечим все оба. Ой, что-то их дохуя. Ну, кстати, каски самый справедливый скилл в доте закончились. Хорошо. К
Гарпун в этом замесе, правда, ровно ноль толку дал. У Акса скоро время будет, у него после гарпуна еще появилось. Еще не было момента, чтобы его можно было хорошо нажать. Давайте пару кларетов. И тут активная руна будет. Какой же кайф невероятный. Зря вышел гарпун, он почти 3 манорегена дает. Я заберу. Какой же кайф. А есть подстраховать меня? Ну я думаю, где-то. Ладно, я на бот улетел. В мою сторону дровка. В мою, в мою, в мою. Хорошо. Опа. Рудж. Какой же кайф невероятный. Жаль, руна не досталась. Просто фармёшку устроил. Можно взять БКБшку и сыграть как человека. Можно взять Сашу Яшу, нафидонить как дурак и затянуть игру на 45 минут. Вот снайперный Найтвижн огромный. Нет, все, он видит меня. Он меня видел. Выключить не могу, выключить не могу. Сори, мне нечем тебя хилить. А, он все равно без ульта, он же на дровку ошибся. Снайпер без рестапа. Меня переагрил хорошо. Каски бы отвести здесь. Стоп, я что, рискую сдохнуть? Не хочу сдыхать. 9 хп. Опять на себя, кстати, я мог бы на дровочку. Полсекунды было. Если бы нажал на дровку, она была жива. Хильную вирку. Но вирка жить отказывается. Маны нет, к сожалению. На второй скилл теперь. Ой, а я... Что? Это так работает? Чё? Посмотрите, где я застрял. Это просто пиздец. А чё, так можно? А ты видел, что с блинком окна случилось? Что? А, я нажал гарпун, он блинканулся, а явно увижен за ним на гарпуне полетел. Это мир какой-то. Одновременно с тем, как ты застрял здесь, это особенно комично. Так, хуета. Да, за маты прошу прощения. Стой, чё? Я атрибуты прокачал? Я гарпун пытался нажать. Атрибуты же на тройку качаются и уже больше полугода. Может, расшубим? У меня тактим 4. Мне гарпун 4 нужен. Ой, Грейс. Все, на гарпуне помешан, у меня все гарпун. Все, что мне нравится, все гарпун. Убьют сейчас, надо выйти. Идите домой, все трое. А, нет, не нападали на меня, оказывается. А, или нападали. Нападали.
Просто без пуджа, я думал, это пуш снайпер. Точно там. Думал, пуш снайпер еще кинет сапики. Так, и сейчас гарпунчик откатится. А, мне нужна помощь. Я охуел тут в край. У меня сноубол, когда. Жить хочу. Не буду. Диффуза это просто мерзость. Если бы не диффуза, я бы преспокойно вышел. Команда в Рашпите. Давайте я квилку возьму. Сдохну. Иди домой. Все трое, все четверо, все пятеро. Побежали к команде. Только не этим путем. А, можно этим путем. Оружие продемонстрировало, что убивать меня прямо сейчас они не намерены. А подстрахуйте меня, пожалуйста, я умирать иду. Как это больно. Ай, мне ушли настолько больно. Ну, я вылечу их без проблем. Обещали руну мудрости воровать. Возьмешь лотоса? И подойди ко мне, я тебя дохилю. Да мне дронклил лезет, не надо. Ой, какой же кайф. Погнали атрибуты, эта штука слишком много маны стоит. Она нужна чисто, чтобы фокус снайпера снять. И дальше норм. Мне бы какую-нибудь, знаете, демо-версию драки, чтобы стики зарядить, и потом нормальный замес 20 стиками. Мы без ДК не можем. Может, ждать или дровка прорвем? А интересно, молчат или нет? ДК надо ждать. Эти маны могу залить. О, Бэтл положил вот сюда. Забери. Горку хочет. На горку будет очень тяжело. О, попробуешь к нам кого-нибудь толкнуть? Они без акса как раз. Так, с ангелами что-то принервничал, да? Не будем сбивать. С ангелами что-то принервничал, да. У него дисперсер, он может задиспелить и на 550 смотаться. Еще думаю, такой хук странный мимо всех. Вернешь батл? И сразу глоточки мы злю, ему нужнее. Можем терзателя нашего? И я с БКБшкой буду в следующем замесе.
Насколько он мне прекрасен. А давай вдвоем попробуем. У меня чистого урона 1500. Прекрасно. И шар тудровки. Лучше не придумаешь. А то, что этот молот падает с задержкой, это такой минус. Вантос у меня есть, вантоса у меня нет. Руна активная. Руна активная на боте. На этот раз дровка без Егиса, на этот раз я с БКБшкой. И дровки баттерфлей на подлете. Ничего себе, плюха залетела. Че, горку попробуешь поставить? Хук, когда? Приколдесно. Все, это хука его закрываю. Блять, не закрываю! Чайник! Чайник! Ладно, это было очень плохо. Закрыл этот хука, что-то я про агр вообще не подумал ни разу, а надо было, а надо было. А со шьеш нельзя выкладывать, со шьеш умножитель восстановления дает. Руна здесь лежала. О, успел как раз. Не на того ты быкуешь. Так, и побежали искать. Теперь кулдаун хаммера. Я цепану. Дровка подойти к нам. Походу, вижен. Ах ты, нет, крипы и так не были спармены, не факт, что там вижен. Собственно, уже нам показали, что его там нет. Я просто решил, раз никого нет, значит вижен. Это шли заранее, потом понял, что там никого и не было. Немножко брейнлаг небольшой произошел. Линку можно взять. Линка не так плохо выглядит. И бонус ко всем атрибутам. Хотя, может, силовый блинк все-таки. Ох, Ружерс. А чё я не хилюсь? Почему не хилюсь с хаммера Станова? Выживешь? Живи, живи. Живет, живет, живет. Я хилю. Блять, я на ботл пытался нажать. Не, нормально, нормально. Задавил характером. Чё вообще? Всё мимо.
130% хила, конечно. Это не дошло на такой стадии. Выглядит как-то дохера серьезно. Но там как будто вообще не захилило. Он мог прыгнуть, кстати. Иди сюда помочь. Нет, нихуя. Ладно, дровку улетел, это же тогда улетаю. Это вражеский типа? Да, вражеский. Ничего себе, как это произошло, я впервые вижу своровный жетон после бэпача. Очень неприятно, наверное, кому-то во вражеском команде. Знаю, спасибо. ДК, подходи ко мне. У меня физит. А, нет, это я фижу. А все равно подходите ко мне, пожалуйста, я фижу. Не, давай силовой блинк. Вообще невозможно, слишком изворотливые сапики. И продолжаю качать атрибуты. Даже с вот этой нейтралкой маны не хватает. Обратите внимание. Ай-яй-яй. Просто так прилетел, по сути. Это же от меня толку не будет. Лишний молот был. И тут тоже, кстати, лишний. Еще нигде не пишет этот кулдаун. Статус Барри бы висел, было бы славно. Взяли бы убить кого-нибудь перед рож. Мне почему-то кажется, что не выйдет вообще из-за базы. А вылезли на самом деле. Есть макануться? Нет, смакануться. Щит. Скоро закончится. А, стопы, она же висит 100 000 лет. О чем я? Самая имбовая руна в истории. Они реально скормят нам Рошана? Похоже на то. Я 48, окей. Эгис, дровки нужнее, дровка пушит. Не я. Вы можете величайший лотос собрать. Щит закончился. Если я вот так переложу. Вот у меня с кнопкой V проблемы. Еще раз ульты нажму, никуда. Ой, палево. Я на топе уберу крипов и приду. Пешка у меня еще есть, на пост прилечу.
Хорошо. И сейчас будет очередной молот. И побежали к команде. Какая же мягкая дровка. 1800 плюс здоровья у кошки. Потопа хочет. Но это особо выбора-то и нет. Я могу его лупнуть? Давай. Не можешь. Другого ловите. Две секунды, блин, кануть снайпера. Есть помощь? Сцепану. Оруж. Насколько снайпер персонаж невыносимый в этой мете. Так, их трое уже. Нас двое. По выкупам 1-1 разменялись. Ну ладно, полбарака пробили. Там слили АИКС. Мы же штормкрафтер? Может, ты штормкрафтер? Еще и сильнее прокат станет. Тем более там интервал. 3 секунды всего лишь. 2 третьих, первый, 2 плюхи по 400. Две молнии. И снова готов молоточком херачить. До сих пор, кстати, руна не тронута. За ней руч идет. Не, не идет. 25-й готов. Талант на урон с хаммера. Эти хатка дэмэджа теперь 6 сотен. Я просто 1000 чистого выкидываю. Это без вот этой штуковины. А, нет, это с этой штуковиной. Бегу к тебе. Мне нужно списать дровку. Не нужно. Забудьте, что у нас когда-то была дровка. Подождите, 6 же секунд кулдаун. Тут 4. Почему они одновременно откатываются который раз? Слушайте, противники ёбнутые. С момента, как я отдал 2000 снайперу за свою смерть. К нему даже подойти нельзя. Убьют меня, если не уйду. Осторожно, они сюда идут. А, нет, не идут. 4 раза за разом их переоцениваю. Мне его мне. Не пьемте. Хорошо. Я бы чуть постоял здесь в кусте, пока дровка не подойдет. Рейс на дровку.
БМ кончился, и прощаемся с пацаном. И тут еще и штормкрафтером проехался, потрясающе. Талант на Грейс тоже готов. Какие труны щита хотел, когда у меня был хп 5000. Даже не представляете. И давайте линку в кьюбай снова закину. Очень хотелось линку. Но, к сожалению, не куплю ее уже. Игра заканчивается. Нереально сильно кайфанул от Омника. Это прокаст на 2000 урона. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, то обязательно ставьте лайки. В описании ссылка на Twitch. И мир вам.